для нового видоса у меня получилось. Время 12 час. В группе пишут, застряла делика, нужно съездить, дернуть. Координаты оставили и номер телефона. По номеру телефона созвонился, что где, короче, 30 километров примерно находится. Вот, говорит, съехал, пузом сидит. Так как у нас лебедка есть, решено поехать помочь человеку, потому что на улице минус 11. Вот, движемся, оцениваем обстановку и пытаемся ему помочь. Осталось примерно 4,5 километра. Поехали искать. Прямо 4 километра. Мы почти с вами доехали. Осталось 750 метров. Маршрут перестроен. Говорит, надо налево повернуть. Где-то здесь мы с вами будем поворачивать налево. Там дорога-то какая. Прикольно. И где он? Дальше. Куда ехать? Прямо. Нужно с обратной стороны объехать. Ну все, объезжаю. Давай сейчас. Очень серьезно, все замерзшее. Тут танки что ли ездили, бля? Вдоль паста. Ну все, вон там он впереди, он говорит, фонариком моргает. Сейчас в чем проблема? У нас тепло было, и вот как вторые сутки мороз. Колейность замерзло, лед еще не настолько крепкий. То есть едешь, проваливаешься. Вот тут самое опасное, ничего не сделаешь. Под колесами лед попадается. Вот, тут как здесь, вот видите, по краям водичка. То есть колесо провалилось, это хрен что сделаешь. Вот. Так-то свой автомобиль я вытащу, у меня лебедка. А вот человеку, видишь, не получилось. Так-то вон деревья есть, я цепанусь-то выйду, наверное. Ну давайте доедем, посмотрим. Надеюсь, получится вытащить его. Ну, по крайней мере. Хотя деревья-то тонкие вон какие-то.
Поехали мы. Вот стоит Делика. Сейчас мы ее будем вытягивать. Прибыли мы. Делика стоит. Наш рубильник на лебедочке, на плюсовой. Лебедочку освобождаем. Замерзла, интересно. А нет, пошла. Что там? Работает? Работает вроде. Тянется. Товарищка? Нет? Давай. Погнали. Что там? Денется. На, вот эту как раз надо уберем. А, что? Да вот, может, там. Да что у тебя там есть? А, ну давай. Настоящую. Ну все, я цепляй. Вот так вот Делика сидит на днище. Сейчас попробуем ее потянуть. Ну все, садись, я потяну потихонечку. Что, тянем? Ну? Лебедка работает? Офигенно работает. Вот там и лебедочка. Легко и просто. Что, давай еще. Электровинч 12, ускоренная лебедка. Видите, как легко. Все, да? И что, мы его победили, получается? Пошли посмотрим. Ну и что, легко? Вот тебе лебедка, видел? Новую лебедку поставил. Ускоренная, электровинч 12. Товарищ в группе у нас, ну, всякими этими приблудами занимается. Вот. Недавно уже тварок вытаскивали, полностью на пузе сидел. Вот. Ну все, помогли, отлично. Поедем домой. Так как я установил лебедку, решено установить более мощный генератор. Генератор устанавливаю на 140 ампер и устанавливаю 75-й аккумулятор. Все это новое. Все это приобрел у наших товарищей. Магазин «Полный привод». Приходите, от меня привет передавайте. Вам будет скидочка. Ну а мы пошли устанавливать, пробовать. Теперь просадки, я думаю, не будет. И можно будет более подольше, наверное, тянуть лебедочкой.
Всего хорошего. Давай, будь здоров. Добра, пишем комментарии, лайки. Все, пока.